Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Наталі Ігнатенко. Глядіть у гэтым выпуску. Собрать увесь урожай до апошняга зернятка. До завершения уборочной застаецца 2 тыдні. Рэдкі, вельмі прыгожы. У регіёне выявлены матылёк, які лічылі знікнувшым. Гісторыя горада ў асобах. У Гомелі рыхтуецца выстава здымкаў, зробленых у фотоателье. А зараз аб гэтым іншым больш падрабязна. Собрать увесь урожай до апошняга зернятка. Такие планы у аграры у Гомельшчыны. До завершения уборочной 2 тыдні. Праца на палетках напружаная. Штодзень убирают каля 4% площадь. На сегодняшний день обмолочено 130 тысяч гектаров зерневых. Гэта прыкладна 40% до плана. Усяго под гэтыя культуры у регионе отведено 325 тысяч гектаров. Самые активные на уборочной паўднёвыя районы. Лидер Хойницкі. Тут убрали 75% площадь, по 50% прошли у Брагинским, Гомельским и Добрушским. Средняя урожайность по регионе 20,7 центнеров с гектара. Что день у полей выходит 1260 комбайнов. Это 98% от усёй техники, что эксплуатуется в господарках в области. Уборка составляет в день около 4% от уборочной площади. По нашим расчетам, вот, нагрузка на комбайны где-то 250 гектар составляет, поэтому эту работу мы провести должны за 22-25 рабочих дней. Ну, оно, в принципе, так и идет. 4% в день мы убираем, поэтому за 25 дней должны справиться. Ну, с учетом тех 40%, которые убрали, нам осталось где-то 2 недели. На палетке Гомельской области вышли 3 новые модели комбайнов вытворчасти «Гомсельмаш». Гэта полявые выпробаванні. База у всех 3 машин – серийная модель КЗС-1218. Адрознені у компоновцы и технічнай начинцы. Тут реализованы самые сучасные распрацовки инженеров «Гомсельмаша». Галоўная мэта – повышение продукційности и экономичной эффективности. Так, например, у комбайна КЗС-4118 от донора только одно адрознение. Дизельный рухавик заменены на газовый. Метан амаль удвая таннейший за іншыя виды палива. При этом няма страт у магутности силовой установки. Проблем с заправкой так само не возникает. Поставщик экапалива зацікаўлены у супрацоўніцтве. За ходом испытаў новых моделей уважливо сочаць представники вытворчых объединения Минсельгазпрада и белорусской машинно-выпробовальной станции. Яны вынесут вердикт об магчимостях новой техники. Находим самые лучшие решения, которые позволяют сегодня и предприятию конкурировать с основными поставщиками этих зерноуборочных комбайнов, но и одновременно повышать качество, потому что сегодня и в агропромышленный комплекс приходят новые машины, новое оборудование. Сегодня и уровень механизаторов уже выше, чем были предыдущие годы. Поэтому идет как процесс обучения, так одновременно идет процесс усовершенствования техники. И этот процесс, он постоянный. И вот это постоянное совершенствование позволяет говорить о том, что сегодня действительно «Гомсельмаш» как объединение состоялось, и оно решает вопросы, которые нужны для страны. Выпробование новых моделей у комбайнов будут должиться до конца сезона. И когда испыты будут поспяховыми, их запустят у серию. На наступным тыдні спякота адступіць. Пачатак жніўня выдаўся гарачым. У першы дзень месяца тэмпературны фон перавысіў кліматычную норму на 2-6 градусаў. У бліжэйшыя дні захаваецца спякотнае надвор'е, але не абыдзецца без кароткачасовых навальнічных дажджоў. Завтра будзе пераважна без ападкаў і спякотна да 31 градуса. У суботу у асобных раёнах чакаюцца кароткачасовыя навальнічныя дажджы. Слупок тэрмометра узнімецца да плюс 30. У неделю пройдут короткочасовые дожди с навальницами. И снова будет горача до 30 с плюсом. Каким увогуле будет жнивень у Гомельской области, нашим корреспондентам рассказали у Гомель Аблгидромете. Что касается августа. Ни в одной стране мира, вам не дадут прогноз долгосрочный. Это на месяц. Это просто невозможно. И поэтому меня часто удивляет отношение отрицательные к синоптикам, что они не могут предсказать, какая погода будет через месяц. Но по предварительным прогнозам, предварительные оценочные данные, конечно, имеются. В целом у нас средняя температура в августе месяце будет выше климатической нормы на 1 градус. Климатическая норма у нас по августу 17,7-18,7 градусов.
штогоду першую неделю жнивня свое профессийное свято. День чыгуначника отзначают супрацовники стальных магистралей в Беларуси. С этой нагоды у палацы культуры чыгуначника сегодня провели урочистый сход и ушанование передовиков вытворчасти. На мероприемстве побывала наш корреспондент Ганна Каральчук. Стабильность, якость и профессионализм. Белорусская чыгунка – это не только лидер национальной системы перевозок, але и один из наибуйнейших працадавцев в Украине. На чыгунце працую каля 80 тысяч человек, амаль 17% от гэтага лику у гомельским отделении. Для региона это стратегично важное предприемство, тесно связанное с реальным сектором экономики. За полгода гомельским отделением белорусской чыгунки перевезено амаль 6 миллионов человек и 21 миллион тонн грузов. Увеличился объем перевозок нафтопродуктов, химичных и минеральных удобрений и драунины. У пассажирских перевозках особливую увагу надали обслуговыванию пассажиров с обмежеванными физичными махчимостями. Те, кто унес у агульный поспех значный особистый уклад, напередодни профессийного свята отримали узнагороды. На дороге я работаю уже 10 лет. Начинала с дежурной по станции, на промежуточной станции Михалки, затем на этой же станции работала начальником станции, и в 2015 году меня перевели инженером по организации перевозок. Напряженно иногда бывает, может, чуть поспокойнее. Работы всегда достаточно, инструкций много, поэтому всегда приходится быть на страже. Пераемность поколению и профессийные династии – добрая традиция белорусской чыгунки. На урочистостях завсёды присутствуют ветераны працы. Сёлета пришли больше, как 100 человек. До речи, и сярод 180 супрацовников чыгунки, які отримали нагрудные знаки, грамоты и подзяки, так само профессионалы с великим стажем. Амаль 30 годзе присвятил чыгунцы наместник начальника станции «Централит» Павел Глинников. Честно сказать, изменилась железная дорога в плане чего? В плане того, что стало больше дисциплины. Сильнее дисциплина стала, наверное, стало более качественное обслуживание, безопасность движения стала лучше, я считаю, даже намного лучше, потому что я начинал с 89 года, и сейчас это, да, есть разница. Прежде всего, безопасность движения, меньше браков, естественно, сейчас допускается в плане. И грузовой работы, я считаю, и в плане, наверное, безопасности движения поездов. У галіновым спаборництві гомельское отделение белорусской чыгунки стало пераможцем у 8 из 25 номинаций. Сярод лидеров – гомельская дистанция громадянских збудаванняў, вагонное депо и транспортная база, жлобинская дистанция шляху и культурно-спортивный комплекс и іншие организации и структурные подразделения. На сцене Палаца культуры яны отримали узнагороды и віншавання от керавництва белорусской чыгунки. Я благодарен сегодня ветеранам, которые заложили фундамент развития гомельского отделения. И сегодня это пример для нас и для молодежи, которая приходит после учебных заведений на новое предприятие. Я хочу в этот праздничный день поздравить с наступающим нашим профессиональным праздником, пожелать всем здоровья, удачи, стабильности, мира, добра. Пусть в ваших домах всегда будет тепло и уют. Праздник. Ганна Каральчук, Андрей Иванов, телерадиокомпания «Гомель». Редкий вид мотылька – пяструшка Сапфа, выявлены у Державным биологичным заказнику Днепросожске. Факт подтвердили у Академии наук Беларуси. Лечилось, что на территории сучасной Беларуси гэты вид зник больше, как 100 годзе тому. А пошнее письмовое узгадывание относится до 1902 года. А на Гомельщине пяструшку Сапфу не бачили с середины 19-го стагоддзя. Супрацовниками заказника сустрелся Олег Сенцеров. Республиканский биологический заказник Днепросовский, сопроводы уникальная природоохранная установа на территории у 147 тысяч гектаров, только червонокнижных 64 виды, рослины, насекомые, птушки, живелы. Причем этот список постоянно поширается. Еще на початку минулого года червонокнижных видов у заказника было на 12 меньше. Великой удачей науковцы лечат знаходжение мотылька зернистого поликсена. У свой час этот вид был унесен у Червоную книгу Советского Союза, а у Червоной книги Беларуси он отнесен до первой категории. Это значит, что его популяция является особливо редкой и потребует специальных мер аховы. Еще больше редким видом заявляется мотылек пяструшка Сапфа. Правда, у Червоную книгу он не занесен, бо лечилось, что на территории краины этого вида уже нема. Что появилась у нас пяструшка Сапфа, я знал уже более полтора года, потому что я ее наблюдал полтора года, но никак не мог зафиксировать, тем более сделать качественный снимок.
На самом деле она была уже давно, и вот только в этом году мы ее смогли зафиксировать так, чтобы подтвердить ее обитание в заказнике. Заявление некогда страченного для белорусской природы мотылька экологи связывают теперь за все с обновлением кормовой базы. На территории заказника уже омаль 20 лет не ведется господарчей деятельности, а тому знищенные в свой час рослины снова занимают свои ниши. То есть, до речи, можно сказать и про живел, и птушек. На территории заказника есть остров, где разностайность видов удивляет на вот специалистов. Он уникален тем, что там водится у нас рыси. У нас очень большая популяция рыси здесь. Вот. Одновременно там еще олени, лоси. Там очень большое разнообразие биотопов. Бабочек просто невообразимое количество. Насекомых всяких. У республиканском биологическом заказнику Днепросорске перекананы, спис новых, редких для Беларуси червонокнижных видов, которые находятся на этой территории, будет повеличиваться, пока у ученых просто не хватает мягчимости, как проводить постоянное доследование на всей площади. Але уже в самый ближайший час на допомогу обещают приехать сотрудники Академии наук. Мы не можем охватить все. С нашей Академией наук и с нашими добровольными помощниками обязательно будут находиться новые виды всех групп, от исчезающих видов до которые находятся под угрозой исчезновения. Олег Сентеров, Валерий Копанько, телерадиокомпания «Гомель», Лоевский район. Не один раз на год у Рогачеве знов заквітнела яблыня. Як поведомляет региональное выдание «Свободное слово», такую з'яву тут означают уже другий год запар. Древо, на яким гармонично суседничают кветки и плоды, прохожие зауважили на улице Кирова. До речи, з'явление кветок на яблыневом древе у разгар жнивеньских дзён лишится доброй прикметой и обещая позитивные перемены господарам участка. Гомельские театры примут удел у финале национальной театральной премии. Журы треба вызначить лауреатов у 21 номинации. На перемогу у тым ліку претендуют областный драматичный театр, театр ляльки, городский, молодежный. Причем каждый одразу у нескольких номинациях. Переможцев назовут у снежни. Музей истории города Гомеля собирает старые фотографии, сделанные у фотоателье по улице Коммунаров. Акцию проводят с метой створения тематичной выставы. Фотоателье было очень популярным у гомельчан. Великая количество снимков с интересными сюжетами заховывается у альбома «Гараджан». Именно они могут узнавить историю города у особых. Как принять дело акции и унести свой уклад у створения фотовыставы, треба принести снимки у музей истории города Гомеля або музей истории фотографии и друку, который сейчас находится у помешкання былого фотоателье. Здымки принимаются любых померов и колеров без серьезных пошкоджений. Мы посмотрели в своих фотоархивах и даже у нас нашли несколько таких фотографий. Они были предоставлены нашим постоянным другом музея, даже не могу уже его назвать сдатчиком, именно друг музея, Александр Николаевич Ласица, это из его домашнего архива, вот тут две фотографии, семейная и вот персональный портрет его мамы. Усе удельники акции смогут бесплатно наведать постоянную экспозицию музея. Коли выстава завершить працу, фотоздымки вернуть уладальникам. Гэта, а так само іншыя навіны вы можете знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvrgomel.by. Далей у эфіры дэ-факты і спартыўны агляд. Я з вами развітваюся. Добрага вам вечара і да новых сустрэч у эфіры. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Сегодня в Гомеле около 11 часов утра произошло возгорание в здании кинотеатра имени Калинина. Прибывшие на вызов спасатели признаков открытого огня не обнаружили. Однако было очень сильное задымление. Дым шел с первого этажа и с крыши. Очаг возгорания нашли и локализовали пожарные. В результате повреждены 2 погонных метра электропровода в коробе. Пострадавших нет. Эвакуация не производилась. Причина возгорания – короткое замыкание электропроводки. А накануне спасатели Гомельского областного гарнизона дважды выезжали на помощь к заложникам колец. На Ровле самостоятельно снять ювелирные изделия не смогла женщина 1967 года рождения. Помощь спасателей в подобной ситуации потребовалась и юноше из Калинковичи. В обоих случаях из-за образовавшихся отеков пальцев рук самостоятельные попытки снять кольца оказались безуспешными. Спасатели выручили. Медиков вызывать не пришлось.
Гомельские таможенники пресекли незаконный ввоз крупной партии товара из Турции – более 20 тысяч вещевых единиц. На территории Беларуси пытались импортировать одежду, обувь и аксессуары общей стоимостью 80 тысяч рублей. Ни в таможенных, ни в коммерческих, ни в транспортных документах груз оформлен не был. Спецпрограмма «МАК» продолжается. Накануне оперативники наркоконтроля Житковичского РОВД обследовали территорию деревни Лагвощи. Недалеко от автозаправочной станции они обнаружили поле конопли. По оценкам специалистов, площадь посевов составляла 1 гектар. Урожайность оказалась высокой. 800 килограммов дурман травы скосили и закопали. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь на «Беларусь-4». На телеканале «Беларусь-4» Гомель. Новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Глобальные перемены. Гомельская мини-футбольная команда «БЧ» в нынешнее межсезонье серьезно обновилась. Изменения коснулись и тренерского мостика, и состава. В июне команду возглавил молодой украинский специалист Дмитрий Камека. С белорусским чемпионатом он знаком не понаслышке. В 2016-17 годах выступал за «Литсельмаш». В минувшем сезоне в качестве главного тренера Дмитрий Камека выиграл бронзу украинской экстракции. Лиги вместе с «Титаном» из Покровского. Играть еще быстрее и острее. Железнодорожники привыкают к требованиям нового наставника. Тренировочный процесс, да, кардинально поменялся. Но каждый тренер приходит, он видит по-своему игру и что-то новое приносит в команду. Пришел тренер, мы работаем уже по его схеме, по его требованиям. А тренировочный процесс проходит интенсивно, все быстро, все с мячом. Все в рабочем режиме, все нравится. Для новичка БЧ Сергея Малышко игровая философия Дмитрия Камека не в новинку. В минувшем сезоне вместе в «Титане» они брали бронзу украинского чемпионата. Вслед за тренером игрок переехал в Гомель. Чемпионат Беларуси отличается от украинского и по числу команд, и по количеству матчей в сезоне. Для Сергея Малышко это новый вызов. Очень много людей из Украины играет здесь, легионерами считаются. А так интересный чемпионат. Я же говорю, хочется сравнить с украинским. У нас там в экстралиге было изначально там 10 команд, потом 9. Здесь было 16, стало 14, насколько я знаю. Игр больше, игровой практики больше, поэтому интереснее. Кроме Сергея Малышко, стан железнодорожников пополнили Василий Жариков, Денис Мазной, Денис Гуменюк и Юрий Рузин. При этом и потери существенные. Покинули команду Александр Белый, Никита Мажейко, Леонид Шиловский и Дмитрий Шулькин. Первый экзамен для обновленной команды уже в воскресенье 5 августа. В рамках празднования Дня железнодорожника БЧ на паркете спорткомплекса «Локомотив» сыграет с «Энергией» из Львова. Матч начнется в 13:00. В ближайшие выходные в Москве состоится чемпионат Европы по пляжному регби. Белорусские команды отправятся на турнир такого уровня во второй раз. За награды мужской части соревнований будут бороться 12 сборных. В составе белорусской дружины на континентальный форум отправятся 5 игроков гомельской команды «Кватро». Это Сергей Бавтрель, Владислав Вербицкий, Александр Воробей, Владислав Автушенко и Владимир Кобец. На предварительном этапе белорусы сыграют с соперниками из Литвы, Молдовы и Грузии. На прошлогоднем чемпионате Европы наша сборная заняла 7-е место. А вот у девушек дебют получился более удачным. В Москве белорускам придется как минимум подтверждать звание бронзовых призеров чемпионата Европы 2017. В составе нацкоманды 5 гомельчанок – это Ирина Дроздова, Наталья Шевченко, Светлана Русинович, Анна Гриценко и Марина Панкратьева. Противостоять нашим девушкам будут еще 7 сборных. На старте команда Беларуси сыграет с Хорватией, Италией и Грузией. Чемпионат Европы по пляжному регби будет проходить в столице России 4 и 5 августа. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4».